Дорогой Юрий, уважаемые гости, передаем привет прекрасное местечко на берегу Волги. В первую очередь хочу поздравить, Юра, тебя с твоим маленьким юбилеем, пожелать тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни, и чтобы ты радовал нас своими стихами и так далее. Сейчас я поднимусь по той лесенке, там находится набережная одного знаменитого человека, его памятник, который имеет самое непосредственное отношение к нашей компании. Прервусь на минутку и продолжу.